круглосуточном режиме приводят в порядок территорию, разравнивают грунт, собирают мебель. В последние две недели работы по строительству детского сада на улице Южной максимально усилены. Сегодня готовность сада проверяет министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев и первый заместитель начальника главстройнадзора Тамерлан Алборов. Всего на объекте трудятся 130 человек. Здесь еще есть над чем работать. Подрядчик взял на себя обязательство в понедельник завершить полностью все работы. Благоустройство фактически завершено, будет завершено к понедельнику. Внутри остались недоделки. Я думаю, что сад будет открыт и введен к 1 сентября. Инфраструктура, котельная и газопровод в 100% готовности. Остались работы по отделке детского сада. Садик на Южной рассчитан на 125 воспитанников. Назвать его решили «Лучик». В коллективе будет 25 человек. Уже определен заведующий. Сейчас решаются вопросы юридического оформления. Здесь будет 6 групп, 2 из них ясельные. Для детей до 3 лет. Объект, конечно, долгожданный. У нас в этом году мы сейчас вводим 2 детских сада. И благодаря губернатору, спасибо большое, благодаря правительству, проблемные вопросы Ивантеевки, они решаются. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Демография». Застройщиком проекта выступает ООО «Стройгрупп». Готовность «Лучика» на сегодня составляет более 95%. Все работы должны быть завершены в течение 10 дней. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Мария Барсукова. Новости города.